На 236-м километре автодороги России в Торжокском районе области автомашина ВАЗ-2114 под управлением мужчины 2000 года рождения врезалась в мачту уличного освещения. По всей видимости, водитель не справился с управлением, хотя признаков алкогольного опьянения в крови водителя не обнаружено. С места аварии мужчину доставили в больницу. Диагноз – черепно-мозговая травма, переломы ноги и таза. В машине водитель находился один. А в Твери на Октябрьском проспекте автобус «ЛиАЗ» 228-го маршрута столкнулся с автомобилем «Киа». Автобус двигался по правому ряду. «Киа» поворачивала направо со среднего ряда. В результате столкновения травму получила одна из пассажирок автобуса – женщина 67-го года рождения. В канун праздников в ландшафтном парке «Тьмака» в районе Головинского вала работники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры при участии Тверского транспортного прокурора, представителей Ростелекома и волонтеров-студентов юридического факультета Тверского государственного университета высадили 200 деревьев. Дубы повыше посадили, здесь внизу березы, ивы, сосны, ель. В соответствии с местностью, где низменность, где вода, где по суше, вот согласованная с службой озеленения города Твери. Высадка деревьев приурочена к 32-й годовщине со дня образования Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Эта акция продолжает закладку прокурорской аллеи, которую прокуроры заложили в октябре 2021 года в честь 300-летия российской прокуратуры. Мы продолжаем за ними ухаживать, мы не просто их посадили, мы их осенью поливали регулярно, проверяли, и вот весной обошли, в большой массе они прижились, вот ранние деревья уже дали листочки, а которые попозже распускаются, мы их проверим отдельно, дополнительно. И подсадим там, где они у нас не прижились. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, выполняя решение руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, стоит на страже исполнения законов в сфере экологии, конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Экология сегодня один из важнейших приоритетов развития государства. Я смотрю, вы ловко управляетесь. Вам не впервые вот так вот высаживать деревья? Конечно, вы вообще человек земли? Конечно, человек земли. Высаживал очень много деревьев и сосны в лесах озеленяли и в городских парках. Так что не в первый раз. Прокурорская аллея в центре областной столицы – это еще один шаг к озеленению нашего прекрасного города. Жители Верхневолжья должны иметь возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду и просто жить в чистой, ухоженной стране.